19 февраля отмечается День орнитолога. Это специалист, который занимается изучением птиц. Он собирает, анализирует и систематизирует информацию об определенных видах и популяциях диких птиц. Изучает их естественное поведение и определяет риски исчезновения. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Деятельность орнитолога носит не только научно-исследовательский, но и экспедиционный характер. В его обязанности входит наблюдение за сезонными процессами миграции пернатых и охрана редких исчезающих видов. Важнейшим качеством профессионального орнитолога является любовь к живой природе, интерес к пернатым представителям фауны. Конечно, в первую очередь романтика, и как, собственно говоря, писали и ранее исследователи, и сейчас, это, конечно, полевая деятельность, это наблюдение в природе. С одной стороны, это могут быть редкие виды, какие-то экзотические птицы, типа райских птиц, каких-нибудь островов Океании, до просто хождения с рюкзаком, с большой трубой, с биноклем и получения удовольствия от того, что вы видите, ну вот нечто, что никто не видел, или даже подсматриваете какие-то элементы жизни, элементы существования вот наших замечательных пернатых соседей. Ну и вообще они красивые, они поют, как никакие из других животных, в частности позвоночных, к которым относятся птицы, они привлекательны и видны. Сейчас ученым известно почти 10 тысяч видов птиц. Выявление неизвестных видов птиц – одна из задач орнитологов. Кроме того, они наблюдают за уже открытыми видами, систематизируют данные о птицах, изучают их биологию, образ жизни, ареалы обитания, рацион и многое другое. Именно орнитологи собирают данные для различных государственных и международных программ, направленных на охрану редких видов птиц. Мы решили спросить у тверичан, что они знают о представителях этой профессии. Изучают птиц, повадки, кормушки, наблюдения. Наверное, куда летают птицы, узнают они. Я не знаю, как. Но есть орнитологи, чем питаются. Наверное, окольцовку делают, да, птиц, чтобы куда летают и каким путем возвращаются. Ну, что-то такое связано с птицами. Орнитологи, они занимаются, они следят, куда они летают, чем они питаются, какие домики они вообще делают, и в каких гнездах они выращены, и какие птицы вообще эти, и малыши какие у них. Вопросами, связанные с перелетом птиц, кольцеванием, передвижением, размножением птиц. Орнитологи изучают птиц, их повадки, их распределение, их ареал, их. Все. Пожалуй, что и все. Поздравляю всех с этим праздником. Большинство прошлых тверичан знают, чем занимаются орнитологи, но признаются, что представители этой профессии ни разу не встречали. Сохранение дикой природы, в том числе пернатой фауны, является одним из приоритетов государственной экологической политики. Но не стоит забывать, что птицы нередко являются переносчиками различных болезней. И не имея должной специализации, вступать в контакт с пернатыми друзьями не стоит. Лучше наблюдать издалека, не нарушая их привычный образ жизни.